Теперь смотрите сюда. Вот это вот мое, как сказать, я сейчас ввожу в новый термин, поэтому смотрите внимательно. Вот это вот абрикос спонтанный. Его можно назвать гибридом. Вот. Его можно назвать вегетативным гибридом. А наука не может этого сделать. Почему? Тут я же не знал, что я повторил в данном случае с гигантским результатом. Это я повторил успех Мичурина. То есть одна прививка на подвое гиганта, это манжурский абрикос. Ой, на манжурский абрикос академик, но уже округленный академик, уже испорченный. И мощная ветка, прививка, а мощная ветка сбоку прививка, это что? Насыщение ментором. Вот, по Мичурину. Королевский. Получилось вот это такое чудо. Я про него много раз рассказывал. И вдруг, внимание, меня заинтересовала тема сенцев. 30 с лишним лет я ни одного не посадил культурного. Вот с него, допустим, да? Вот. И я не мог перебороть эту тенденцию. 95 из 100 прививать никогда не станут, не будут. И только под расстрелом, страхом их можно заставить прививать. Вот. Тогда они сказали, нет, все равно от меня требуют косточки. Вот. У меня в этом году очень слабый урожай абрикоса вообще. Вот. Так, ну, хрен еще есть. А академиков чуть ли не штучками считаю. Завтра мы с Еленой Александровной едем к пианисту. У него растет мое дерево академика. И я соберу там несколько сотен этих самых. Они перезрели, они упали. Он уже не собирает, потому что он уже это возраст такой, 85 где-то. Вот, я соберу для вас. И вот что интересно. Почему я считаю, что это перспективно? Так, мелких, средних косточек у меня море, а вот таких вот почти нет. Вот, смотрите. Почему я считаю, что это направление... Я сам себе наступил на горло, я говорил, никогда вы не добьетесь, кроме прививками. И тут же понял, не будут прививать. И тогда я отпустил вожжи и сказал, да чуть не сказал, черт с вами, то есть, извините за грубо. Делайте, как хотите. Делайте, как хотите. И вот эти вот роскошнейшие косточки я выслал прежде всего. Вот как человек, который 5 лет назад не знал, что такое вообще абрикосы, не пробовал, не видел их никогда, ни в глаза, ничего. Это девушка-администратор моего сайта Катерина. Так. Вот. И вот она, внимание, а как она быстро, мгновенно выходит в лидеры? Нет, если ребята покруче, я вам рассказывал, еще расскажу. И тут, и в будущем, и в прошлом рассказывал. Вот она, Фаина, да? Еще зеленая, внимание. Вот она меня добивает. Неделю назад, у нас начало июля была жара под 40. Закончилась несколько дней назад. Месяца два дождя не было. Абрикосы еще зеленые, это сеянец. Вот. Смотрите внимательно. Проходит неделя. Ах, ё-моё. А ведь это что? Сеянец. Сеянец Фаины. Вот. Смотрим дальше. Сегодня 23 июля. Это получается дней 10 назад. Жара ушла, пришли сильные дожди. Плоды сеянцев Фаины сразу увеличились в размере. И, внимательно, я, честно говоря, не поливала. Вот это моя школа. Решила, что можно было угробить поливом. Вот. И эти плоды могли потрескаться. И только стоит им потрескать, вспоминаем. Угу. Муравьи жрут, только нарушится вот эта вот целостность плода, да? А муравьи, они же не дураки. Я, наоборот, их как бы превозношу. Они у меня нас, вспоминаем в прошлом году. Да, вот. Были, только да. Кушать в рот. Они уже по губам бегают, муравьи. Было? Вот. А она как спасла эти? Не поливала. Вот. А что им делается? Это же абрикос. Решила, что взрослое дерево само должно добывать себе еду и воду. Моя школа, моя ученица. И изменили цвет, сейчас желто-оранжевый с румянцем. Ну, давайте смотреть, похоже на мой, вот внимательно. Но ведь это сеянец. Конечно, эти раза два, полтора крупнее. Вот. Смотрим дальше. А вот еще. Это Фаина. Это Фаина. Вот. Вот молодая девушка. А она-то, вот я специально вот подобрал то письмо, то цитату из научной статьи кандидата наук опытнейшего, где это,
Но она-то в Челябинске, откуда у него будет 25 градусов? Ни за что не будет. Это же много, это же смертельно для Челябинска, да? Минус 25 и прощай. У них там через год 40. Ладно. Тем, кто пытается определить культурно сеянство по листу, она уже, видите, наблюдатель. У меня такое определение не работает. Например, у дерева с самыми крупными вкусными плодами лист небольшой, гладкий, достаточно вытянутой формы. А у дерева с крупными, округлыми, широкими, бракетистыми на ощупь листом плоды красивые, румяные, но мелкие, с легкой горчинкой. Вот так. Почему я еще раз говорю? У дерева два родителя. Вот. Вот, допустим, если она прекрасная плода, я не говорю, что здесь, как у меня, 80 грамм фаина. Ну, да, тут 40, допустим. Но у него еще второй растет. Это может быть даже манчжурец папой быть. Может, амур быть папой. Вот. Они прекрасно скрещиваются. А потом попробуем. Ну, уже кто-то дал морозостойкость. Вот так. А тут, видите, все, как горчинка, кто-то счет. Но это не главное. Это также вот есть папа, есть мама. Ну попробуйте, папа с мамой это. Хотим, чтобы ребенок умный. Да, вот так. Допустим, блондинка, чтобы, допустим, если дочка. И умная. А так бывает. Но не всегда. Вот. Потом хочется, чтобы был рост замгад. Да бесполезно. У двухметровых родителей может ребенок вырасти и оказаться на голову ниже. Или на голову выше, как у меня, Сережка. Вот так вот. Смотрим дальше. Красота. Еще не все. Красота. Кто это? Вот он носит-то. Вот. Смотрим дальше. Я, во-первых, дальше еще не все, но я сразу. Обратите внимание. Амур. Что из него вырастет? Там дальше у меня, если брать каталог, там дальше фотографии. Не верьте. На фотографии только один родитель. В жизни получается два. Вспомните вот ее это. Вот это вот письмо, то есть ее наблюдение, да. Что вырастет? Черт его знает. Мой ответ, я же не ученый, я имею право так говорить, да. И здесь совсем нет чего того же самого академика. Для особо одаренных косточки суперабрикосов, академика фаины крупноплодного железа по 10 штук в одни руки. Представляете? Вот, для вас показываю. Только что пришло. Она спокойно. Она не знает про академика, да? Березина, Новосибирск. Ну и слава богу, академик может там замерзнуть. Она спокойненько. Нет, нет. Сейчас. Это я показываю, как я с народом работаю. Так, сейчас где-то тут у нее. Не-не-не, там. Ох, я не готовился об этом рассказать. Не там. Сейчас. У меня память. Короче, это самое, оплатить успела. Короче, 200 королевских, 100 тех, 100 тех. Ё-моё, а я молчу, мне бы 27 бы по 10. А она у меня сейчас где-то третью часть крупноплодных, раз. А через месяц меня будут доставать. Поэтому я что написал? Ей это не касается. Человек прислал 21 тысячу рублей, а кушать-то хочется сейчас, а не зимой. Вот. И говорю, как есть. И сейчас 200 королевских уходит. Где-то здесь еще потом, может, во время перерыва найду. Или от... А вон там, наверное, лежит. Посмотри, там в районе этого. Вот, что я не шучу. Так, ладно, идем дальше. Приходит... А вот она. 200, 100, Баев 200, Серафимов 200. Вот уже 600 крупноплодных уезжает. Куда уезжает? Свердловская область, город Асбест, улица Ленина. Малышева Светлана. Привет, Светлана. Вот так вот.